Близится срок замены счетчиков электроэнергии. По данным крупнейшей в регионе энергосбытовой компании «Гарант», большинство приборов учета ивановцев были установлены в 2000-2003 годах. Срок поверки составляет максимум 16 лет. Класс точности приборов учета должен составлять 2.0 или выше. Вот. И поверить приборы учета не всегда представляется возможным. Старые приборы учета просто не проходят поверку. В данной ситуации гражданам-потребителям необходимо произвести замену приборов учета. Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета по закону – обязанность собственников. Так что если срок подошел, а поверка или замена не произведена, энергосбытовая компания просто не может принимать показания такого счетчика. Плату будут рассчитывать, исходя из установленных законом нормативов. А после снятия прибора с расчетов и вовсе с повышающим коэффициентом. Среднее потребление в трехкомнатной квартире составляет порядка 650 рублей, а в случае снятия прибора учета с расчетов – порядка 1800 рублей. Помнят о том, когда пора производить поверку счетчиков, далеко не все. ЭСК «Гарант» своих клиентов об этом информирует в обязательном порядке. Получив по почте извещение, лучше убедиться в его подлинности, позвонив в энергосбытовую компанию. Замена счетчика – процедура нехлопотная и не такая дорогая, как потребление электричества по нормативу. Главное – с этим не затягивать. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.